Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Исан, сегодня мы продолжаем ролик о постройках, и мы сегодня поехали. Да, кстати, друзья, у меня есть Телеграм, там я публикую различные посты, а также подписчики Телеграма узнают про тему роликов раньше, чем они выходят на Ютубе. В общем, друзья, просто подпишитесь. Все, ну а теперь переходим к видео. Мой подписчик Люба интересно просил меня построить статую фараона, приступаем. Я решил построить даже не мини-статую фараона, как он говорил. Так, смотрится вот таким образом, ставим сюда ступени с определенного чернокамня, дальше сюда два блока самого чернокамня определенного. Так, дальше вот сюда золотые блоки, вот таким вот образом вот сюда. Также вот сюда, также тут. Тут. А сюда пару гладких кварцевых блоков. Так, вот сюда. Вот сюда цементы. Пару блоков цемента. А, так, потом. Вот сюда. Сюда. Сюда ступени с поливанного чернокамня. Дальше сюда поливанного чернокамня. Вот сюда резной поливанного чернокамня. Сюда также чернокамень. Вот таким вот образом. Хорошо. Так, также вот сюда. А сюда пару плит. Вот сюда еще ступени с этого же чернокамня. Так, дальше делаем руки. Так, эта рука у нас просто будет направлена вниз вот таким вот образом. Ну, то есть на руке у нас три блока. А в этой руке он будет держать кое-что. Сейчас вам покажу, что. Угу. Так, с таким образом. Я еще не взял один блок. В этой руке он, получается, будет держать древнеегипетский символ Анх. Так, вот сюда ворота из березы. Раз. Так, вот это надо поставить ровно. То есть вот так. Потом раз, раз. Сюда. Вот сюда руки из березы. Так. Хорошо. Так, что нам пригодится дальше? Дальше вот сюда еще пару ступеней с поливанного чернокамня. В качестве декорации сюда же стены с поливанного чернокамня. Ну и осталась только голова. А для головы нам пригодится... Ну, точно, для чернокамня получается. Так, с чернокамень ставим вот таким вот образом. Потом сюда и сюда. Вот сюда. Ступени с этого же чернокамня. Так, сюда прям чернокамень, вот сюда еще ступени из этого же чернокамня. Вот таким вот образом должно получиться. Так, значит, прицел лазурит и золото. А также два видных ступени, то есть это березовые и искаженные. Так, сделаем его головной убор. К сожалению, я не помню, как он называется. Так, потом это вот сюда лазурит, золото, лазурит, так, потом вот сюда золото, золото, сюда лазурит. Так, сюда ступени из березы, а вот сюда раз, два, искаженные ступени. Все, друзья, наша статуя фараона готова. Друзья, ну а теперь... Данный видеоролик, друзья, закончился. В этом не забывайте ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. С вами был снова Исаныч. Всем удачи, всем спасибо, всем пока.